Сегодня Россия вышла на воспроизводство вооружений. Что это значит? Это значит, что в зоне СВО теряется вооружение, то есть расходуется меньше снарядов и прочего, чем производит военно-промышленный комплекс. То есть снарядов наша экономика поставляет в достаточном количестве, чтобы победить. Все НАТО целиком, все поставки, которые идут в Киев, этого сделать не могут. И похоже, что и не сделают. Это говорит о том, что в долгую мы в любом случае побеждаем. Именно поэтому Владимир Путин так спокойно в этом уверен. Но есть одна проблема. Проблема в том, что американцы никогда ставку на победе в войне-то и не ставили. Они сделали ставку на революцию, которую они проведут в конце этого года. И в этом самый главный вызов нашего поколения. Удержать власть Владимира Путина, не дать совершиться государственному перевороту. И только в этом случае наша страна будет жить дальше, и народ наконец-то получит справедливое общество и светлое будущее. Поэтому защищаем государственный строй, защищаем Владимира Путина. Никакой критики во время боевых действий главнокомандующего, никакой критики Министерства обороны, только всеобщая поддержка, выраженная всеми возможными путями, в том числе и финансовыми. В описании видео есть контакты, есть реквизиты карты, можете переводить суммы на них. Я также переведу на волонтеров фронта. Ну и в описании я тоже, наверное, добавлю реквизиты карт волонтеров фронта. Это наши липецкие соратники, нодовцы, которые собирают все самое необходимое и отвозят на фронт. То есть сейчас понятно, что зоны разделились, кто-то собирает медикаменты, кто-то одежду, кто-то продукты. Наши ребята собирают все необходимое для разведки. Это дроны, рации и видеокамеры. То есть мы общаемся с представителями в зоне спецоперации, и они говорят, это сейчас дороже золота, это расходный материал, и поэтому нужно много. Поэтому мы стараемся, вот, чем можем, помогать вот в этом плане. Спасибо всем, кто помогает, спасибо всем, кто смотрел. До скорых встреч. Пока.